когда хочется петь и танцевать. В Медвинском районе двойной праздник. Селяне отметили 84-ю годовщину своей малой родины и окончание сельхозгода. Что принес урожай 2012, узнала Ирина Шашкова. Прошедший год выдался на славу урожайным. Огурцы, помидоры, овощные ассорти, варенье и, конечно, грибы. Их в этом году уродилось много. В заготовке на зиму медвинцы очень изобретательны. Даже из одной тыквы делают множество, да, и сок делают, и закрывают тыкву. Тыква с мясом, курица с тыквой. Столько в этом году много наготовили, мы вооружились на зиму полностью. На главной площади поселка развернулись масштабные гуляния. Старинное убранство, костюмы, вкусные угощения. Какой урожай, такой и отдых. Развлекал и веселил гостей праздника местный народный хор «Рябинушка». В прошлом году мы заняли первое место по Курской области по культуре. Выступали с концертом, с отчетным. Всегда работаем на благо нашей Медвинки. В честь района защищаем. Завтра у нас, например, тоже мероприятие. Мы едем в Обоянь защищать звание народного хора. Медвинский район динамично развивается и уверенно смотрит в будущее. В Медвинском районе обрабатываются земли, работают предприятия, и как следствие растет заработная плата. По итогам 8 месяцев самая высокая зарплата отмечается в Медвинском районе – 22 800 рублей. В 2012 году в районе отремонтировали около 10 километров автомобильных дорог, школы и сады. Построили почти 3 километра водопроводных и более 3 километров газопроводных сетей. На сегодняшний день мы намолотили произвели валового зерна 141 тысячу тонн. Это самое большое количество в области. Закончили все сельхозработы, кроме уборки сахарной свеклы. Она тоже планируется где-то к концу ноября. Полностью с вывозкой завершится. Район готов к дальнейшим рекордам. Хорошо поработали, хорошо отдохнем. Традиционный праздник урожая показал, что медвинцы действительно потрудились на славу. Это отметили и гости из соседних районов. Для тружеников села это лучшая оценка. Ирина Шашкова, Антон Цудженко, телеканал 7.